возвращаемся к теме стрельбы в депутата в Черноморске. Комментарии полиции по этому поводу. Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, изъяла 9 гильз калибром 9 мм от пистолета травматического действия. По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 115 «Покушение на убийство». На данный момент сотрудниками полиции проводятся все мероприятия по установлению лиц нападавших.